Всем привет! Вы на канале Илья Антошко, и сегодня будет не совсем свойственное для меня видео. Должен сказать, что название буктюбера я не претендую, это вообще читаю я довольно редко, и поэтому абсолютно не в курсе, что происходит в мире книг. Но после того, как я переехал в библиотеку из тысячи книг, именуемой Нарния, не читать стало просто невозможно, потому что я, собственно, попался в сети коварной Алисы. Так что держите, сейчас я буду впечатлять вас своими впечатлениями от прочтения книги Вита Ностра за авторством Марии и Сережи Диченко. За время прочтения этой книги я в осадок выпадал столько раз, что чувство удивления просто в какой-то момент вышло из чата и сказало: давай дальше сам, братик, это не мое. Серьезно, когда у нее крылья выросли, я такой... Ну вот это, да, так бывает. Ну а черт подери, как же крепота этой книги заставляет, ну вот, хотеть читать ее дальше. Это меня очень сильно удивило. Ну, в целом я уже говорил, что очень редко читал, и это было Гарри Поттер, Властелин колец, там, три толстяка из школьной программы и несколько книг типа... Тоже по школе. Честно говоря, мне не так было интересно «Игру кальмара» смотреть, как узнать, что там у главной героини. И вот, собственно, это-то меня и сподвигло вообще записать это видео, потому что я не ожидал именно от литературного жанра таких эмоций. А сейчас вашему вниманию предоставлю топ-5 вещей, от которых я обомлевал, и это будут спойлеры, так что если вы хотите сами ее прочитать от корки до корки, то лучше, ну, не надо смотреть. В принципе, я и про крылья уже заспойлерил, но это вообще ничего не решает. Штука номер раз. В самом начале книги девочка по имени Сашка, главная героиня, попадает во временную петлю. Во временную петлю, типа как в Дне сурка. И там ее преследует какой-то прям, ну вот, криповатого вида бледный мужик в черных очках. И, собственно, вот когда Сашка решается лицом к лицу встретиться со своим преследователем, у них происходит довольно странный диалог. Девочка, я сейчас тебе буду квесты давать. Ты их выполняй, и все будет кайф, все будет круто. Окей, а что за квесты? Ну, тебе надо просто идти голый на пляж в 5 утра, а там плыть от буйка до буйка, обязательно голый, а потом возвращаться домой. Ничего необычного. Чего? Я после прочтения этого фрагмента реально задумался, интересно, в каком состоянии были авторы. И тут же происходит следующая штука, не менее странная. Она, после того, как голая плавает от буйка до буйка в 5 утра, там, кстати, она была в отпуске с мамой, где-то на югах, и поэтому там был пляж, море и вот это вот все. Так вот, вернемся. В общем, следующая штука, которая меня опять заставила просто осесть вот так вот. Как? Почему? Что? Зачем? После таких заплывов она в буквальном смысле блевала золотыми монетами. Эдакий русифицированный лепрекон. На этом психодел даже не думал заканчиваться. Напоминаю, это штука номер 2, это только начало. Дальше Сашку ждало некое затишье перед бурей. Она вернулась с мамой домой, у них там все было какое-то время хорошо, она пошла в 11 класс, училась и вроде бы забыла уже весь тот бред, который происходил на море. Пока в какой-то момент к ней снова не приходит этот криповый мужик в очках с еще более абсурдным заданием. И вот это как раз криповая штука номер 3. На этот раз бедняжке надо было вставать в 5 утра, бегать несколько кругов по парку возле ее дома, а потом обязательно идти... В кустике по-маленькому. Это цитата. В кустике по-маленькому. Что? Да зачем? Да почему? Откуда эта трешачина в головах у автора? В будущем это никак не объясняется, для чего именно вот такие были задания. И что бы вы думали, делает главная героиня? Идет в полицию? Рассказывает все маме? Нет, она бежит. Бежит каждый день, полгода, и как заправский Марио, каждый день, приходя домой, начинает блевать в раковину золотыми монетами. Ну... Что? И теперь мы плавно подходим к штуке номер 4. Весь этот комплекс спортивных унижений был, знаете чем? По вступительным экзаменам. Это был вступительный экзамен в универ фриков. А вот эти монеты она, видимо, отдала как вступительный взнос в этот универ. Я не понял, там это дальше не объясняется, ни что это были за монеты. Точнее, это объясняется, но... Если поймете, то есть там надо вдуматься немножко будет, чтобы понять. И, кстати, читая дальше, я понял, и вы, наверное, поймете, если прочтете, что вот этот экзамен, это еще очень, ну, типа, цветочки. У ее одноклассницы в качестве вступительного экзамена была панель. Ну, то есть ей говорили, с кем спать, и она ходила спать с незнакомцами в качестве вступительного экзамена. И после этого она тоже блевала монетами. То есть это история не главной героини, а ее одноклассницы. Так, начало книги я вам рассказал, чтобы вы понимали, это где-то, ну, вот столько. То есть вот.
И вот дальше начинается прямо апогей всего вот всей этой мешанины, всего этого шока, который вас будет ждать дальше. Она приезжает в этот универ. И вот это вот заключительная пятая штука. То, как нам его показывают, ну это такой сюр. Я не знаю, как это описать словами, но представьте себе место, которое выглядит как обычный провинциальный университет, но в нем все люди ходят там, кто с глазным тиком, кто не может пройти сквозь дверь с третьей попытки даже. То есть они идут и такие пум в косяк. Проходят дальше опять пум в косяк. Кого как-то там загибает, кто-то скрюченный. Там преподаватель-горбун, бледный лысый горбун с длинными тощими пальцами. Как-то так, по-моему, было описано. А вот что было дальше, я вам рассказывать не хочу, потому что, ну, вдруг кого заинтересует, прочитайте это. Я вам рассказал реально только вступление. Это считайте, что трейлер к тому, что будет. Но книга мне очень понравилась. То есть мне понравился не сам сюжет, мне понравилась не концовка, точно не концовка. Но мне понравилось, сколько раз я испытывал эмоции, очень яркие эмоции. Эта книга тебя постоянно заставляет ждать какого-то вброса, нового такого типа «Кудах!» и все, и что-то происходит, и ты такой «Ну ладно, приму это как данность». Я уже в какой-то момент реально подумал, что инопланетяне прилетят или еще что-то случится, и я бы этому не удивился абсолютно. То есть после половины книги вы такие «Так, ну все, что будет дальше, это нормально». Кстати, забыл сказать, что приезжают-то в этот универ все абсолютно нормальными, и там нету ни одного странного человека на первом курсе. А курсов, по-моему, всего 5. Да, по-моему, всего 5 курсов. На первом курсе никого странного нету, это обычные 17-летние выпускники 11 класса, и вот как их там вот ломают, как их там корёжит, я вам и предлагаю прочитать. Кстати, нет, это не реклама, это просто вот первая книга, которую я взял с полки у Алисы абсолютно случайно. Мы тут занимаемся такой самодеятельностью, я ей достаю книгу, которую она будет читать, а она мне достает книгу, которую я буду читать, и мы это делаем из непрочитанного. То есть я никогда не знаю, что у меня попадется. Вот, а вас я попрошу, собственно, расскажите, что, как вам вообще формат такой. Обязательно подпишитесь на канал. Жмякните колокольчик, распространяйте это видео, потому что я хочу обогнать Алису по подписчикам. Я не знаю, реально ли это, но почему нет? Хочу, вот и попробую. А с вами был Илья Мандарин. Всем пока. А, там еще же надо что-то про книжки читать. Короче, читайте, что кайф. Пока.